Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео. Сегодня хочу предложить вам новое видео, которое записал автор-исполнитель, музыкант Константин Косичков. И у него уже сложилась интересная команда. Сергей Вельбовец, Марк Ушерович. В Канаде пишут потрясающие видео, снимают сейчас фильм. Посмотрите новое видео, оно такое, знаете, как и все у Константина, оно такое какое-то радостное и жизнеутверждающее. Смотрите, благослови вас Господь. Отдаю, отдаю за жемчужину мою все, что я успел скопить. Тебе расскажу свою историю, ты расскажешь мне, что происходит, что происходит. Расскажи свою историю. Напой свою мелодию. Я тебе расскажу, и ты услышишь, и ты поверишь, что в каждом деле и в каждой вере есть предметы и есть их тени, приобретения и потери, и наслаждения, и мимо цели все наши споры, большие споры. Смотри в корень,
свою историю. Напой свою мелодию. Напой свою мелодию. Напой свою мелодию. Высокую и вольную. Найди свою гармонию. Изысканную, стройную. Читай свою историю. Заветную, достойную. Красивую.